Добрый вечер, дорогие друзья. Хорошо, что вы дождались. И сегодня мы будем радовать вас такой светлой, гармоничной, ритмичной музыкой в стиле фьюжн и smooth jazz, которая к нам приходит с западных стран. Итак, проект называется Labyer Band под управлением Евгения Ревнюка, и в первом отделении будут исполнены авторские композиции и в том числе вокальные композиции. Об этом чуть позже. А начнем мы с моей пьесы, которая называется «Интродукция». Thank you.
Следующая композиция называется «Килиманджаро». Thank you.
спасибо. Сегодня в нашем концерте принимают участие не один барабанщик, а даже два. Сегодня у нас за барабанами известный московский музыкант, который известен по многим проектам, в том числе коммерческим, джазовым. Например, он играл и с Валерией, и с Пенкиным. И также во многих джазовых проектах. Игорь Содлан на барабан. Во втором отделении к нам присоединится другой барабанщик. Мы его ждем. На саксофонах, сопрано и теноре Константин Софьянов, известный музыкант. По оркестру Гудмана Игоря и по остальным, по многим проектам, не будем говорить все. На гитаре у нас Дмитрий Теплов, молодой музыкант, подающий большие надежды. И еще большие надежды подающий музыкант Алексей Заволокин. Он уже на бас-гитаре шестиструнной. Также он известен со своим проектом Bass History, которым он представляет всех самых современных бас-гитаристов в мировом смысле этого слова. Ну и сам он является тоже одним из самых виртуозных бас-гитаристов страны, Москвы в том числе. Евгений Ревнюк, автор проекта Lever Band. Итак, мы продолжаем. Спасибо за теплую поддержку. Мы сегодня путешествуем по разным странам и местам, в которых мы были и не были. Сейчас пьеса называется «В открытом океане».
Спасибо огромное. Константин Софьянов прекрасно справился. И Дмитрий Теплов также справились удачно с соло, которые на них были возложены. Итак, мы представляем сегодня главный сюрприз концерта. Это певица уже с именем, но мы с ней сегодня играем в первый раз. И зовут ее Полина Орбах. Встречайте. Добрый вечер, друзья. Евгений сейчас так оценил музыкантов, каждое соло, что я прям начала волноваться. Сейчас мне тоже будет выставлять оценку. Но в любом случае, мне очень приятно находиться здесь. И в первом отделении мы исполним песню, которую написала я сама. Сегодня у нас авторский вечер. Вот много авторов на одной сцене, много музыкантов. Это здорово. Песня на русском языке. Называется она «Мир далеких звезд». Thank you.
ребят, спасибо. Это была Полина Орбах, украшение нашего концерта. Мы еще увидим во втором отделении. А сейчас мы немножко отдохнете под релаксирующую мелодию под названием «Калифорнийская зарисовка». Но вначале она имела другое загадочное название — «Грех олигарха». Но мы ее переименовали, чтобы не смущать олигарха в том числе.
Спасибо огромное за понимание этой зарисовки. И в заключение первого отделения такая быстрая динамическая пьеса под названием «Three Petals». Я так и перевел по-русски «Три лепестка». Посвящается середину лета.
огромное спасибо. Еще раз представлю музыкантов. На барабанах Игорь Стотланд. Он справился за пол репетиции на 5 с плюсом. Константин Софьянов – саксофоны, Дмитрий Теплов – гитары и Алексей Заволокин – бас-гитары, слэп. Евгений Ренюк с проектом Labor Band. И если кто заинтересовался музыкой, там на проходной лежат два диска релизы 2014 года и 2007 года. Не забывайте подходить, интересуйтесь, нам будет очень приятно. Через 15 минут мы вернемся к вам, так что, пожалуйста, подождите. Извините, второй барабанщик. Его зовут Федор Андреев. Ну, имеется в виду, он по порядку играет вторым, а так он в составе первый. Сейчас мы сыграем вам тоже довольно такой продолжительный сет, состоящий из авторских произведений. И к нам подходит Константин. Первая пьеса называется «Кроме Константина на сцену зашел флюгельгарнист и трубач Роман Иванов», который в первом отделении тоже порадовал нас. Так что без вашей поддержки нам было бы не так приятно играть. Спасибо вам за теплый прием. Итак, первая пьеса «Загадка», «Пазл». Thank you.
Роман Иванов покидает на время сцену. Спасибо огромное. И в продолжении прозвучит тема, имеющая название «Легкий экстрим», но на самом деле она немножко экстремальна. Ну пусть она покажется вам легкой в исполнении. Итак, «Легкий экстрим». Thank you.
Спасибо. Константин Софьянов на теноре. Дмитрий Теплов на гитаре. Алексей Заволокин. Бас-гитара шестиструнная. Федор Андреев. Ударные инструменты. И Роман Иванов присоединится чуть позже к нам. И Полина Орбах присоединится к нам через одну пьесу. Итак, следующая называется «Притча». Thank you.
Спасибо, это была притча. Теперь мы приглашаем на сцену нашу вокалистку Полину Орбах и Романа Иванова на флюгельгорне. И песня будет называться «Summer Night», посвящается теплым московским ночам, в кавычках. А, так это подмосковные вечера? Ну, может быть.
композитор Евгений Ревнюк. Спасибо. Исполняла Полина Орбах. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо огромное за... Итак, наш сет уже плавно подходит к логическому завершению. Но у нас еще впереди три композиции. Итак, «Тропинка к морю», «Path to the Sea». Алексей хочет добиться совершенного звука на бас-гитаре. Thank you.
Тропинка к морю, к Черному, наверное, потому что сейчас все едут на Черное море или на Азовское. Итак, сейчас будет привет Средней Азии, Кавказу, Закавказью. Пьеса имеет название «Лихой наездник на скакуне». Так. Посвящается всем. Thank you.
Алексей Бодрячком. Итак, последняя пьеса в нашем концерте будет называться «South Drive» — «Южный проезд» или «Езда в южных странах». Кому как нравится. Thank you.
огромное спасибо за вашу поддержку и теплый прием, аплодисменты. Среди ваши эмоции, улыбки. Музыканты так бы не играли феерично, как Константин Софьянов, например. Итак, Константин Софьянов, саксофоны. Дмитрий Теплов, гитара. Алексей Заволокин, слэп, бас-гитара. Роман Иванов, труба. И также родственные инструменты, флюгельгорн. Федор Андреев, драмс. Ударные инструменты. Евгений Ревнюк, клавишный Nordstage и проект Lover Band. И диски, наверное, которые так остались без внимания. Это победа. Так, и хотел бы отметить Алексея Белова, нашего звукоинженера. Так, мы с вами прощаемся. Приходите на наши концерты. Ближайший будет в августе. В конце августа, 31 августа. В этом же клубе. До новых встреч!